Аслан. Возьми это. Я так же, как и ты, не хочу иметь в своей жизни ничего, что могло бы напоминать мне о тебе. Все, чего я хочу, это поскорее все забыть, отформатировать воспоминания. Мне не нужен ни ты, ни твои алименты. Даже если придет день, ты узнаешь правду, не приходи к моей двери, потому что я тебя никогда не прощу. Почему ты так с нами поступила, Аслан? Почему? Добро пожаловать, госпожа Сибель. Привет, дорогая. Возьми это грязные вещи, Жюльетта, вымой их. Ой, сделай мне кофе. Конечно, госпожа. Это что, здесь заснул? Озан, дорогой, извини, я разбудила тебя, да? Я принесла грязные вещи твоей мамаши. Как мама. Все так же. Ничего не изменилось. Спасибо, что интересуешься. Ну что ты? Разве могу я не интересоваться? Мы с Жюльетой старые добрые друзья. Главное, чтобы с Жюльетой было все нормально. Ну, дорогой Озан, сегодня для тебя важный день, да? Я говорила с дядей Тарыком, он займется твоим делом. Мы с дядей Тарыком всегда будем поддерживать тебя. Ведь для дяди Тарыка ты наследство, доставшееся от Селима. Да, это было бы хорошо. Пускай дядя Тарык займется этим. Я хотел бы поскорее закрыть это дело. Да, ты несомненно прав. Ну давай, ты спи. Ты спи, спи. Сегодня все закончится. Я разведусь со Слым. Если бы я гораздо раньше послушал тебя. Но я был слеп. Сегодня я раз и навсегда избавлюсь от этой вружки. Озан, дорогой, как тетя Жюльетта? Доктор сказал, что ничего не изменилось. Не расстраивайся, Озан. Мы всегда будем рядом с вами. Да. И мы сделаем все, что будет в наших силах. Ты не волнуйся. Тетушка Жюльетта поправится. А потом мы будем жить счастливо. Ну, то есть вы будете жить счастливо. Надеюсь. Озан, как Жюльетта? Без изменений. То же состояние. Была бы она сейчас в состоянии, чтобы я мог сказать ей, что я расстаюсь со Слым. Может, это пошло бы ей на пользу. Ты проходи, садись. Озан, ты уверен в этом? Ну, то есть нам использовать все доказательства в суде?
Дядя Тарик, давай не будем здесь это обсуждать. Сделай все по быстрому пути, чтобы скорее закончить это дело. Ты ведь лучше знаешь. Ладно, Узан, как знаешь. Я пойду. Увидимся в суде. Я провожу тебя.